Оп. Так. Ну что, всем привет. Сегодня 6 мая. Сегодня поедем в первую экспедицию на Land Cruiser 80. Вот. Не так далеко, там километров, наверное, может за 100, может чуть больше, точно не знаю. Сам пока не знаю, куда едем. Армань, короче, называется. Особо там когда-то. Так, сейчас проверим уровни жидкости всех. Войлок еще не убирал. А что он еще? Он снег лежит. Так сказать, зима. Ой. Так, ну что, проверим жидкость, да? Жидкости. Масла. Ну, масло. Даже Land Cruiser 80. Все в норме. Так, ну, коробку даже смотреть не надо. Что там? Там все отлично. Блин, вот у меня нету этой жидкости. Сейчас залью. Сейчас подолью жидкость. Сюда. Так, антифриз. Я когда брал, доливал. Нет, это все нормально. Так, гидроусилитель. У нас тоже все отлично. Так, сейчас зальем стеклоомыватели. Вот. Сейчас еще нету даже 9 утра. Конечно, поздно мы. Хотели уже в 9 выехать. Ну, как всегда. Выходные. Вот. Сейчас зальем вот такую жижу. Летняя стеклоомывающая жидкость. Идите. Переходим на лето. А где-то уже лето. Оп. Летняя. Ну, нормально. Посмотрим, что это. Так, что-то с момента покупки еще в автомобиле ничего не делал особенно. Единственное, я отрегулировал ТПС-ку. Потом сниму отдельное видео. ТПС-ка, значит, это такая, такой датчик на насосе. Вот он находится. Где? Сейчас покажу. Вот он. Вот, его я отрегулировал. Почему? Потому что некорректно переключалась коробка передач. Кто-то туда, значит, залез, соответственно, и нарушил корректную работу автомобиля. Ну, кстати, сказывалось это прям вообще офигенно. После вот того, как я ее выставил, как она должна стоять по заводу, целая история. Как мне удалось. Машина просто стала еще лучше в десятки раз. Вот. Так, ну что. В принципе, автомобиль-то готов ехать. Готовы ли мы? Вопрос. Так. Колеса все нормально у нас. Сейчас надо будет загрузиться. Стол там, короче, положить для пикника. Короче, вот для этого этот автомобиль незаменим. Еще, кстати, расскажу, что в планах. Значит, решил все-таки я вообще отказаться от этого спальника, который вот здесь вот мы имеем, этот японский. Буду его отсюда убирать. Сюда это все. Остатки его, короче, буду убирать. И буду заказывать такой, знаете, спальник. Его сейчас делают, он практически везде стоит. Короче, такая просто настил такой. Здесь такие ящики, и так вот открывается это все дело. Вот его буду, короче, себе заказывать. Грязно. Почему? Почему? Ну, потому что, мне кажется, этот неудобный. Во-первых, вот эта вот штука. Вот это вот. Соли кто-то или что-то. Зачем она мне нужна? Я тут готовить ничего не собираюсь. Вот. Поэтому решил заказывать вот такой спальник. Либо сам буду делать, что посмотрим. Ну, сам это, наверное, геморройно. Там у людей все лекала, все есть, они штампуют их, а мы тут будем сейчас
что-то это выдумывать. В принципе, все закидал. Стол, мангал там и так далее. Осталось сейчас еще сумки догрузить. И все. Сейчас съезжу в гараж. Проверю котел. Потому что котел до сих пор не отключен. Еще, короче, отопление в гараже держим. Так, ну что, утренний запуск автомобиля. Так, ну что, каждый раз, как сажусь в эту машину, и прям кайф, вот реально говорю. Так, ну что, сейчас гараж. Буквально чуть-чуть проверим котел. И опять сюда подъедем, догрузимся уже и выезжаем. Блин, что-то там мангал скрипит. В багажнике, короче. Так, ну что вот сегодня нам предстоит? Я думаю, что там, наверное, больше 100 километров ехать туда. Я не знаю точно, но 50, то точно до Солнечного. И там еще сколько до Армании. И где это вообще, я не знаю. С нами поедет еще одна машина. Они все знают, в общем. Вот, они нас и позвали, в общем, наши друзья, товарищи. Значит, они поедут на лангрузере 100, я так понимаю. Тоже я его подсниму, что там за лангрузер, как он едет, куда едет, почему едет. Не буду говорить, что лучше, это уже каждый сам себе выбирает. Комфорт, конечно, за лангрузером 100, но надежность за 80-кой. Это 100%. Вот, смотрите. Ёлки-палки, ну, бля, какой звук, а, настоящего дизеля. Едем в составе всей семьи, значит, на отдых. Жена, дети, меня даже берут, так что все едем, короче. Так, вчера, значит, заправил полный бак. Это где-то я, ну, там был не пустой, но уже на 3500, короче. 3500 рублей, вот. Но он не был пустой. Дистопливо сейчас стоит 50, по-моему, 7 рублей у нас. Так, ребят, ну что вы расскажете? Какие впечатления у вас? Что расскажете о предстоящей поездке? Я думаю, дорога будет примерно такая. Какая? А ты хоть знаешь, куда мы едем? Я просто сам не особо знаю. Тайга, а? Там что-то. Тайга, что-то рыбалка какая-то. Тайга и рыбалка? Да. Куда-то на рыбалку. Короче, вы думаете, там будет и тайга, и рыбалка, да? Да. Ну, там что-то мама наговорила. Все, я понял. Ну, сейчас узнаем. У нас еще машина на зимней резине. Что мы еще не попрощались зимой, да, ребят? Ага. Угу. Вот это мая, понял. Кстати, уже можно, ребят, на велосипедах кататься. Не знаю, чего вы не выезжаете. Да, я знаю. Так, вот смотрите, скорость около 80, 1500 оборотов. А на температуру не смотрите, не работает датчик. Вот так вот едет ФТ-шный дизель. О, Фуджи. Какой-то товарищ нас обогнал, да? Ой, а мы же мальчика такой. А, ушел. Вот так у нас, значит, еще выглядит природа. Снег лежит, дорога сама растаяла, в лесах еще лежит снег. Офигенно у вас. Ну вот температура, какая сегодня температура, ребят, за бортом было, вот мы сейчас выезжали? Плюс 7, да? Ну то есть все. Ну сейчас +4. Все тает. Сегодня все-таки 6, да, я сказал правильно, мая, да? Да, 6. 6 мая, вот такая вот наблюдается у нас ситуация. Значит, все люди отдыхают, хотя я видел, что поселки ходят, убираются у нас. То есть у них нету отдыха. Слушай. Сейчас посмотрим, есть там люди у нас, значит, куда мы едем или нет. Где, куда, там? Нет, куда там, что куда ты мы едем. Ты давай рули, а, слышишь? Снимаю, потому что я... Для истории. Вот, можешь, снимай. Смотри, нас сейчас обгонит автобус. Он, наверное, потом будет всем рассказывать: ребят, я Land Cruiser 80, как стоячего просто.
просто вот так, даже не заметил. А мы едем, не соблюдаем правила дорожного движения, 80 км в час. Спидометр не работает, поэтому... С такой скоростью и едем. А? С такой скоростью и будем ехать, пока он... Мы ждем наших сосопутчиков. Ты нас подкалываешь, что ли? Да? Так, вот ребята едут на вот этом автомобиле, а мы едем вот на этом. Ага. Куда едете? Куда? Куда едете? Туда, да? Не, а куда мы едем, хоть расскажи, а то я не знаю. Видно, да? Да. Армань. Ну что это, море, что там будет? Море будет, да? Это все, да, пока что я должен знать? А сколько километров-то хоть? 60. 60 откуда? Отсюда, с этого места? То есть всего где-то 110, да? Понял. Брошенные пятиэтажки? Ну, конечно, а куда же нам еще? Только к ним. Ага. Ладно, понял. Пойду тогда. У вас тоже зимняя резина, да? Вот такие ребята тоже. На зимней резине. Поехали. Я тоже на зимней. Это вы уже покупали, да, резину? Китайскую. Так, по совету? Да? Но я понял. Ну, понял. Ну, кстати, очень хорошая высота протектора на Триангле здесь. Едем в горы. Даже вон коробка переключилась сейчас на пониженную. Это сейчас сразу же будет перевал, да, Оксан? Нет. Это вроде, да, сразу. Не доверяю свой легендарный крейсер. Все, попали мы в свою стихию, ребят. Началась настоящая Магаданская область. Без асфальта. Сейчас догоним соточку. Планировалось, что эта дорога пойдет на Хабаровск. А? По побережью. В курсе были? Я вам говорю. То есть мы, по идее, могли сейчас просто
Хабаровск. Че, в Хабаровск? Гонять нас будет не вот этот кончик. Смотри, вот на чем едет человек, смотри. Да, вообще, о чем? Место самоубийцы. Ты говоришь, остановись, остановись. Быстро, уверенно едет. Да какой уверенно, Роха, Захар. Колесо бах, и это вообще просто... Я не знаю. Швейцария пошла. Смотри, что творится. Просто Швейцария, ребят. То есть до этого была такая жесткая Россия прям. И вот она, Швейцария где. Горная такая, знаешь. Не в сезон такая, знаешь, не в сезон. Просто. Вот так должна выглядеть дорога, да? Че бы не ездить по такой дороге. Вообще класс. Так, ну вот она, Армань. Тут вот показано, что колхозы, совхозы здесь когда-то были. Трактора нарисованы. У них даже герб свой, представляешь, в Армань. А вот она, река. Ну, как да, бы у всех поселков. Да? Не поселков, а этих... Смотрите, какая речка. Округов, гербы. Вот этот мост вот, он новый. А что за новый мост такой кривой-то? Почему? Слушай, ну, Магадан, мы сейчас, нормально. Мы сейчас вот посмотрим. Вон, чайки. Ну, в море здесь уже впадает, уже море. Что ты не скажешь, что она тут разливается, эта Армань, да? Ну и подожди. А куда ждать-то, уже все тает. Сейчас она и должна быть полноводной. Все растаяло уже. Да я здесь, знаешь, сколько лет, нет? 6, 7, где-то так. Вот сам поселок Армань, тут сюда сейчас надо поворачивать налево. А мы ее проезжаем. Тут, мне кажется, Армань слишком отдалилась. А, подожди, это, да ты что, это вот и есть поселок, а да. Я тут ни разу не была. О, видишь, дома стоят. Ой, боже, какие дома тут. А тут все фермы были, представляешь, вот они руины. Стоят. Ну да, теперь уже руины. А были все фермы, коровы. А вот здесь что за гигантская палка? Не знаю, банка. О! Ну, вот есть немножко, да. Кони. Лошади? Почему кони, мне кажется, полноценные, полноразмерные. Я говорю, кони. Я думал, пони. Собачка там вот что-то собачка, бегает. Собачка, да, опасно, опасно. Опасный момент. Собачка просто, она походу просто сейчас тормозит это машину. Это щенок, господи, так, щенок. Ну, ты что делать? Куда он побежал? Хороший. Зараза такая, а? Ну, хороший. Щеночек. Ой, свой поляк. Обратно будем возвращаться, графу другу принесем, друга принесем. Да. Щеночек. Чего мы не взяли? Вот поля. Слушай, ну, если это чей-то? Что-то как он выбрал. Ну, ему по-любому будет у нас лучше. Да? Да. Заправка была, видите, здесь. Прямо будто после зомби-апокалипсиса. Ребят, тут все, как бы... Папа, еще я убью пару недовидимых. Это что такое вообще? Это... Я вообще не понимаю, это куда дорога? Это что, нам в следующем году так ехать? На Хабаровск. Ребята, мы едем на Хабаровск. Степь такая, нет дороги, а там голубые горы, сопки. А, так ну что ж, мы здесь все гадим. Да, давайте искать все положительное и представим себе, что мы в массажном кресле сидим. Ну вот, мы едем по побережью Охотского моря. Сейчас будем купаться. Сейчас дядя Андрей в море выйдет, льды отодвинет подальше, и мы купаться. Ну так-то да.
лодку накачает, нет, отвинет и сразу купаться. Люди отдыхают здесь, охотники, рыбаки. Походу отдыхают с 1 числа. Вот они все такие. Рыбаки, вон водочка на столом, все хорошо. Чумазики такие все, хорошо. Да. Видать, баня под черным, у них тоже есть. Такая красота синева. Горы синие, море синее, аж темное. Ну все, да, асфальт закончился, едем мы. Это что, могила, что ли? Да, кстати. Кладбище. А вот это что за дом? Это вы тут жили, да? Ну да, это ж поселок, видишь, какие-то. Обалдеть. Все умерло. Слушай, действительно турбаза? Да. А смотри, Андрей куда едет, на турбазу что ли? Смотри, вот какие домики классные. Реально такая турбаза тут, мне кажется. Слушай, так. Мне кажется, здесь и снимали тогда, предлагали. Нет, нет, эти туда дальше ездят. Так, походу, Андрей, что? Что он нам показывает, я не могу понять. Сейчас что-то будет выходить нам рассказывать, что возвращаемся обратно? Это заведующий группы. Заведующий группы. Да. Так это жена заведующего группы. Фамилия Сусанин, это не совпадение, да? Так, ну все, мы приехали. Люди пытаются что-то достать из автомобиля уже. Ох, сейчас посмотрим море. А где твои вещи? 6 мая, вон уже люди плавают на лодке. Ну, смотрите, ланкрузеры ездят. Андрей, ну стоп, как по гребеночке ехала? Кстати, я даже не понял. Нормально. Да ты недавно мне говорил, что думал, колеса отлетят. Что мог делать? Ничего. Казалось бы, что очень плохо ездить по гребеночке. Ну вот это. Нормально все, да, было? Подкуплю. Вот там вот немножко подрывало. Мы не поняли просто друг друга. Сейчас вот чуть в эту яму не съехал. Из-за капота не видно ничего. Вот в эту. Такая вот тут промоина какая-то. Что вы будете копать? Какая-то специальная лопата. А для чего такая лопата, Андрей? Не, всегда что выложу. А почему у нее отверстие такие? Чтобы легкая была. А копать эти? Это отдал, блин, ты все. Это застрял. Понял. Так, мы сейчас пока располагаться будем. Так, ребят, значит, уже началась рыбалка. Сейчас пойду подсниму, как это происходит на охотском море. Вон Андрей уже в море, уже рвет рыбу, уже. А что ловишь, Андрей? Камбалу, да? Вон, ребята, другие тоже там ловят, вон там вдалеке. Что, дальше пойдешь, да? А что, с берега не вариант, да? А. Понял. Аккуратнее, а то они вон провалиться могут, эти льдинки. Море вообще спокойное. Без всякого этого. Говорит, отлив. Прозрачное вот это. Было бы еще теплое, вообще прямо цены бы ему не было. Смотрите, какое море. Это море реально, охотское море.
Очень, сегодня очень хорошая погода, нет ветра. То есть, вот 6 мая, вот на берегу Охотского моря, я вот так вот скажу. Кстати, кофта одна, вот эта спортивная одета, все. Сейчас узнаем, что-то Андрей поймает, вон он уже где. Ну что, ребят, что с мясом? Оно есть, да? Ну, когда я подсниму, что там за мяско у вас. Это о, свинина. Это свинина? Да. А это? Это говядина, баранина. Отлично. Сейчас будет курочка и уточка. И уточка, и курочка? Да. А еще что будет? А больше вам ничего не будет. Ничего. А, это камбала. Камбала? Камбала. Ну, Андрей говорит, что это он не поймал. Да? Ну да. Почему? Ну не знаю. Мне кажется, стесняется, она маленькая была. А, да? Стесняется признаться, короче. Думаю, сейчас уже рванул, так рванул уже, скажу, что да. А, может. Ну что-то было у него просто. Не так это все просто. Так, ребят, вы давайте горелики не делать, а то тут вы недавно я видел ваш шедевр. Ну вот, на день рождения у Лехи. У Лены Лехиной. Там что-то совсем все пошло не так. Даже сардельки сгорели. Как они называются? Пикашки. Каупашки. Сгорели даже. Ну показывай, Андрей. Сносит постоянно. Смотрите, свежак. Ой, елки-палки. Смотри, что она делает. Живая. Это как называется, каменушка? Да. Посмотрите, какая. Конфетка, вот понравится. Так вот. Ой, какая. Сколько надо якорь. Так можно сделать, наверное. Полный таз. Оперный якорь. Еще живая. Смотрите. Плавала, плавала, никому не мешала. Повелась на халяву с крючком и вот. Так, вон бычок в воде сидит. Ну-ка кинь его камушком, чтобы он поплыл. О, поплыл. Ну не сильно, но что там какой-то ленивый бычок. Ну что, стало уже вечереть, холодать, уже только так вот, в курточке. Не знаю, сколько градусов, но ветер с моря дует холодный. Холодно, в общем, стало. Все пошли рыбачить, вон, пытаются поймать камбалу с берега, но ловят только бычки. Камбала с берега не ловит, только с лодки надо отплывать. С лодки вот наловили, сколько уже, все, в общем, хватит. О, сейчас уже домой будем собираться ехать. С нами, значит, был сегодня Land Cruiser 100. Машина 2003 года. Рестайлинг. Пятиступенчатый автомат уже стоит здесь. Хорошая машина. Только много жрет бензина. Я уж представляю, сколько жрет до рестайлинга, да? Где 4-ступенчатый автомат. Вообще на этом. А сейчас, кстати, вкратце и покажу, что там за автомобиль. Пока люди еще ловят. Вот смотрите, значит, все то же самое абсолютно. Ну тут, конечно, немножко беспорядок, сейчас все выгрузили. Также открываются двери,
как и на 80-ке. Все то же самое. Она немножко пониже. То есть она не лифтованная, ничего. Колеса штатные стоят. 80-ка повыше, конечно, видно. Сразу. Ну, сюда, в принципе, чтобы проехать, особо вездеход и не нужен. В общем, съездили прикольно. Сейчас на обратном пути будем ехать, там посмотрим, там с перевала машина ушла, лежит там в кувете, посмотрим. Ну, не сильно так. Там нет уже никого, естественно, водителя. Там пассажиры ушли, уехали на покупку. Машина лежит. Поехали, наверное, за помощью в город, за эвакуатор. Вот, короче, дорога, конечно, сюда местами прям вообще жесть просто. Такая гребенка. Ну, еще после зимы все. Не градированное ничего. Надо ездить в более таких машинах все-таки. На подготовленных. То есть на легковой сюда ехать. Ездят, но мне кажется, это прям совсем кощунство. Все-таки надо внедорожничек. Тут сейчас вот Джиминик ездил. Старый, мостовой такой. Вообще классный. Больших колес, такой класс. Сейчас уже собираемся, все. Очень классно, мне понравилось. То есть путешествие тебе понравилось? Очень. Тебе, Прохор, что? Нормально, бычки, камбалы, рыбалка. Нормально, да? Все, погнали. Сложнейшие перевалы тут. То есть вот. Вон машина валяется. Просто съехала. И походу уже давно. Что-то никто не достает. Хотя, в принципе, эвакуатора можно достать. И вон море видно вдалеке. Пейзаж. Так, ну все, приехали домой, откуда и уехали. Сколько это у нас заняло? Так, 189 километров, а сбросил я где-то на 50. Где-то 250 километров проехали. То есть 120 с чем-то туда и 120 обратно. Ну нормально. Все, сейчас разгружаемся и завтра машину уже помоем. Все, всем пока.